Добрий вечір. Добрий вечір. Буквально пару секунд назад DK and Moon представили новий проект Діми Климашенка, який називався «Гарячий шоколад». Тільки дебюти, тільки нові пісні на зірковому розігріві у програмі «Шанс». Следующий учасник нашого концерту, которого ми з удовольствием пригласим на эту сцену, он не торопился с выходом своего альбома. Он 4 года занимался творческой деятельностью. Он стал победителем второго сезона телепроекта «Шанс». Встречайте! Автор, композитор і ісполнитель. Чекай, секундочку. Можу сказати, що його брат, який попав в шанс на рік пізніше, сьогодні є продюсером тої пісні, з якою він виступить на сцені. На нашій сцені Олександр Войвудський. Саня, давай! Ты хотела, чтобы я угнал Мерседес. Ты просила, чтобы я поступил тогда в тест. Ты любила забивать головы ерундой. Я не стану повторять тебе важных. Я не герой, мачо-грачок, плейбой. Я не герой, живу пока молодой. Ты хотела, чтобы я целовался всю ночь. Ты носила Армани, Габбана энд Дольч. Ты мечтала, чтобы я стал мега-звездой. Я не стану повторять тебе дважды. Я не герой, мачо-грачок, плейбой. Я не герой, живу пока молодой. Хотела сразу все и без отказа, а мне бы в небо. Для тебя нормально все, что экстремально, но я не герой, мачо-грачок, плейбой. Я не герой, живу пока молодой. Маусы давно живут на Луне. Там спокойно и тепло, а может и нет. Там сиреневый туман, весенний порой. Там Гагарин оставлял свой автограф. Юра, Юра, герой, мачо-грачок, плейбой.